Библиотеки Московской области начали обслуживание читателей с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья». Как региональный проект реализуется в Люберцах, расскажем в сюжете. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне забрать книгу, заказывал на сайте «Мое Подмосковье»? Да, конечно. Показывайте ваш корпус. Угу. Так. Заказан Гоголь «Мертвые души». Да, правильно. Вот она. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста, приходите еще. Цифровой сервис, который запустили 11 марта, объединил информацию всех библиотек региона. С его помощью можно найти и заказать книги в любой библиотеке Подмосковья, узнать о наличии нужного издания в конкретном городе. В Люберцах новой услугой уже воспользовались более 150 человек. Я зарегистрировался на сайте буквально неделю тому назад. Сервис работает очень быстро, и уже сегодня я смог ее забрать, что не может не радовать, и к паре в институте я буду готов, прочитав книгу, которую взял здесь. Открыть мир книг в Подмосковье легко. Главное – получить электронный читательский билет. Для этого нужно зарегистрироваться на цифровой платформе «Мое Подмосковье». Авторизуйтесь там через ваш личный кабинет в госуслугах, и у вас появляется электронный читательский билет в виде бейджа с QR-кодом. Если мы говорим о старшем поколении, то можно привязать свою социальную карту и уже предъявлять именно ее для сканирования. Можно привязать транспортную карту «Стрелка». Вот, и уже предъявлять ее. Все 11 структурных подразделений Центральной библиотеки имени Сергея Есенина подключены к единому цифровому сервису «Библиотеки Подмосковья», а книги ждут своих читателей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.